Так. Я запись для вас сделаю, скину ее тоже в чатик. Поэтому все будет окей, это можно будет пересмотреть. Насчет чередования поколений. То есть спорофиты, гаметофиты, вот эти вот все штуки. А у вас иногда будут такую схемку давать. Вот есть спорофит, потом тут стрелочка идет деление мейозом. Обратите внимание, мейоз. Спорофит делится мейозом. Образуются споры. Так. Я все-таки буду выключать вам звук, чтобы там ничего не фонило. Так. Спорофит образует споры. Ну, общая схема такая. Из спор. То есть споры падают там на землю и так далее. Ну, короче, что-то со спорами происходит. Из спор прорастает гаметофит. Гаметофит. Гаметофит образует какие-то половые клетки. Можно нарисовать жгутики, сперматозоид. Сперматозоид имеет гаплоидный набор хромосом. Есть клетка, допустим, имеет тоже гаплоидный набор хромосом. Происходит оплодотворение следующим этапом. Образуется вот что-то диплоидное. Это что-то диплоидное называется спорофитом, то есть 2N. Еще раз. Когда вы видите деление мейозом, мейоз. Так, все знают, что такое мейоз. Поставьте плюсики, кому понятно, что такое деление мейозом. Кто может отличить мейоз от митоза? То есть, если непонятно, это, конечно, совсем другая тема, это еще для повторения изучения. Но если что-то делится мейозом, это будет спорофитом. Дальше образуются споры, из спор прорастает гаметофит, гаметофиты образуют гаметы, гаметы, они, соответственно, гаплоидные. Обратите внимание, что эти гаметы, они будут образовываться с помощью митоза. Митоз. Мейоз – это редукционное, первое деление у него в мейозе редукционное. Там уменьшается в два раза набор хромосом. В гаметофите, там сам по себе гаметофит, он уже гаплоидный. Гаметофит, он гаплоидный. Поэтому гаметы образуются с помощью митоза. То есть, если вы видите на какой-то схемке митоз, значит, у вас с помощью митоза будут образовываться гаметы. Гаметы будут сливаться и будет получаться спорофит. Спорофит будет делиться мейозом, и образовывать споры. Из споры прорастет гаметофит, который будет образовывать гаметы и так далее. Теперь вспоминаем, переключаемся на спорофиты, гаметофиты. Вот у кого что? Самое интересное. Вы можете отметить такую вот штуку. Появление чередование поколений, то есть спорофит и гаметофит. Вот напишите в чате, как вы думаете, учитывая, что перед вами картинка, вот учитывая, что перед вами картинка есть, как вы считаете, у кого начали впервые чередоваться поколения спорофит и гаметофит? Давайте, кто что напишет сейчас в чате? То есть араморфоз как чередование поколений. Так, Костя пишет мхи, Алена пишет водоросли. Правильно будет водоросли. То есть если мы возьмем Улотрикс, смотрите, вот эта вот штуковина, это спора, она диплоидная. Вот ее будут называть спорофитом. Она будет делиться мейозом, с образованием четырех зооспор. Где-то эти жгутики рисуют, где-то не рисуют. Ну, короче, с образованием спор. Из каждой споры прорастет гаметофит.
вот это вот листостебель, не листостебельное, вот этот талом у Лотрикса, он является гаметофитом. Ну, поставьте плюсики какие-нибудь, если вы там в шоке сидите, ай-яй-яй, как так, тоже можно как-нибудь на это отреагировать, я буду понимать, что вы вникли. То есть для многих людей, вот вы смотрите на Улотрикс, на циклы развития, и вот думаете, бляха-муха, а где тут вообще, тут растет одна единственная водоросль, где тут спорофит, ну, а где гаметофит? И, ну, для многих это открытие, что вот это вот зигота, она и есть спорофит, потому что она диплоидная. Некоторые смотрят на этот рисунок и глазам своим не верят. Типа, да ну нафиг, нет, не верю, ну как так? Вот да, вот будете видеть, обратите на это внимание. Вот. Дальше идет усложнение. Вот обратите внимание, что самый сложный спорофит это у Лотрикса, в кавычках самый сложный. Одна клетка. Дальше он все усложняется, усложняется и усложняется. Появляется коробочка на ножке, она диплоидная, 2N. Потом вот листостебельное растение плавно, вот растение плавно целиком, хвоща, папоротника. Это вот все будут споровые растения. Вот. И в дальнейшем голосеменные и покрытосеменные растения появляются. Смотрите, что здесь интересно. Мы вот так вот можем это разделить и назвать, что вот это вот у нас семенные растения, а вот это вот будут споровые растения. И на этом этапе у многих подвисать начинает. Типа, как это, споровые растения, спорофиты и семенные растения тоже спорофиты. Скажите, у кого подвисает на этом, кто что-то не понимает? Поставьте плюсики. Есть тут такие, нужно немножечко углубиться в эту тему или нет? Есть. То есть нужно подробнее поговорить. То есть семенные растения так называются, потому что у них есть семя. Вот у этих растений у них есть только споры. Хотя и те, и другие спорофиты в данном случае. А, то есть спорофиты, давайте так возьмем. Спорофиты равно диплоидные, 2N. Гаметофиты это равно гаплоидные, N. Сейчас как-то объяснение вам тогда придумаем по-быстрому, чтобы вы все поняли. Вот эти отличаются от всех остальных. То есть можно так сказать, что вот произошел ароморфоз, и у голосеменных и покрытосеменных появилось семя. То есть появление семени – это ароморфоз. Появление двойного плодотворения, появление цветка, плода – это будет ароморфоз покрытосеменных растений. Появление чередования поколений, эта фишка вот будет в растении, начиная с водорослей. Потому что если мы возьмем какие-нибудь одноклеточные, там хламидомонаду возьмем, у нее не было чередования поколений. У нее была одна клетка и все. То есть там ничего не говорилось про чередование поколений. Хотя можно и у них пообщаться на эту тему. Гаметофиты, они будут гаплоидные. То есть мы понимаем, что вот водоросли, вот это Улотрикс, гаплоидная, мох гаплоидный, заростки, все эти заростки, они гаплоидные. Что является, восклицательный знак поставлю, что является гаметофитом у сосны, допустим? Это пыльцевое зерно. То есть вот эта вот штуковина, это пыльцевое зерно. А вот эта штуковина это два архегония. В каждом архегонии содержится по яйцеклетке и эндосперм. Вот такую вот штуку нарисуем. Еще раз. Что содержит, допустим, гаметофит мхов? Листостебельное растение, одно имеет архегонии, второе имеет антеридии. То есть одно имеет архегонии, второе имеет антеридии.
все эти заростки плавных овощей папоротников, они имеют архегонии и антеридии. То есть у мхов архегонии и антеридии, у плавных овощей папоротников на заростке архегонии и антеридии. У голосеменных у них уже антеридии нет, но есть архегонии. Архегонии есть. Пыльцевое зерно – это будет мужской гаметофит. Вот это пыльцевое зерно – это мужской гаметофит. Женский гаметофит – это два архегония и эндосперм. То есть у вас может быть такой вопрос. Вот прям выберите, что является женским гаметофитом, допустим, у голосеменных. И там будут всякие заростки, споры и все прочее. Нужно выбирать два архегония и эндосперм. Понятно? Так, что является гаметофитом у покрытосеменных? Вот это пыльцевое зерно, это мужской гаметофит. А это зародышевый мешок, это женский гаметофит. И женский гаметофит, штука такая непростая, давайте сделаем ее простой. Давайте начнем с цикла развития мхов. Ну так, сейчас глянем любой какой-нибудь слайдик, такой вот небольшой. Что здесь интересного есть у мхов? На гаметофитах образуются половые клетки. В архегониях яйцеклетка образуется, в антеридиях сперматозоиды. Они гаплоидные. Происходит оплодотворение, получается зигота. То есть вот зигота уже диплоидная, она 2N. Как образуются споры? Зигота, диплоидная клетка, делится. Ну, все помнят мейоз. Мейоз – это два деления. То есть сначала из одной клетки получается две клетки с набором НЦ, потом каждая клетка еще раз делится, и получается набор НЦ в каждой клетке. Да? Всем понятно, о чем речь идет? Кому непонятно, добро пожаловать ко мне на курсы, мы скоро это будем все повторять. Все с нуля пройдем, повторим, закрепим на тестах, будет все окей. То есть самое главное, что зигота делится, то есть два раза делится, получаются гаплоидные клетки. Эти гаплоидные клетки дальше могут делиться митозом. У кого-то могут не делиться митозом. И получается большое количество копий вот этих вот клеток. Вот они. Они уже называются спорами. Эти споры прорастают. Они прорастают в протонему. Вот эта штука называется протонемой. И отсюда уже вырастает листостебельное растение мха. Вот этот вот смысл, он одинаковый у всех. То есть, где мы видим диплоидную клетку, 2N, она делится два раза. То есть мы понимаем, что после первого деления мейоза в каждой клетке N2C, после второго деления мейоза в каждой клетке уже NC находится. Содержание генетического материала. Вот. Что в плане зародышевого мешка? Чтобы упростить, чтобы вы понимали, что везде споры образуются одинаковым образом, везде происходит вот одно и то же. Зародышевый мешок, то есть мы имеем 2N макроспору, да, вот речь шла, 2N. Она делится два раза, то есть N2C, это мейозом делится, в общем, стандартно делится мейозом. Получается 4 клетки по НЦ. Все точно так же, как у мхов произошло. Но что происходит дальше? Три клетки умирают, остается какая-то одна. Что происходит с этой одной клеткой? Вот, она вот эта клетка, она делится митозом. Давайте так. Она делится митозом, получается две клетки.
то давайте представим, что каждая из этих клеток поделится тоже митозом. Получится у нас сколько? 4 клетки. И теперь каждая из них еще раз поделится митозом. То есть мы вот эту еще поделили митозом. Ну, то есть они удвоились. Вот так вот получилось. Что происходит дальше? То есть следующий этап. Вот эти вот три клетки идут к этому полюсу, вот эти вот три клетки идут к этому полюсу, а вот эти остаются посередине. Ну, три клетки, три ядра. И у нас получается зародышевый мешок. N, 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 здесь N, N, здесь N, N, N. Вот что сейчас произошло? Кому понятно, поставьте какой-нибудь плюсик. Процесс один и тот же, что у мхов, что в этом зародышевом мешке. Макроспорой называется вот эта вот клетка, с которой все начинается. Если мы берем пыльцевое зерно, то вот эта вот диплоидная клетка, она будет называться микроспорой. И пыльцевые зерна, там просто никто не умрет, их просто образуются 4 штуки и все. Вот. Зародышевый мешок. Вернемся к нему. Давайте зелененьким обведу. Вот это будет яйцеклетка. Вот я зелененьким обвел, это яйцеклетка. Рядом с яйцеклеткой будут клетки-синергиды. На противоположном полюсе будут антиподы. Посередине будут вот называться будут эти вот центральные ядра. Зародыш будет, когда будет происходить оплодотворение, сюда прилетит пыльцевое зерно. В этом пыльцевом зерне две клетки. Одна клетка, они пойдут по пыльцевой трубке, эти две клетки, в зародышевый мешок. Одна клетка гаплоидная будет сливаться с яйцеклеткой, вторая клетка гаплоидная будет сливаться с эндоспермом. То есть из этих центральных ядер получится триплоидный эндосперм. Т3Н. Фигурировали, кстати, такие вот вопросы. Типа, укажите плоидность центральных ядер или там, центральной клетки или центральных ядер в зародышевом мешке. Там, укажите плоидность клетки антиподы. Укажите плоидность центральных ядер после оплодотворения. Укажите плоидность макроспоры. Укажите плоидность микроспоры. Вот эти вот вопросы, которые кажутся вроде как сложными. Мы очень скоро начнем ботанику. Вот мы еще одну недельку закрепляем экологию с эволюцией. Дальше мы начинаем ботанику. Мы все эти вопросы закрепим на тест. То есть вот конкретно тесты, которые даются в ЦТ, вы увидите, что, блин, там все это спрашивают, и там любят про это спрашивать. Вот. То есть плоидность яйцеклетки N, плоидность центральных ядер получается 2N, после оплодотворения 3N. Плоидность клетки антиподы тоже N, таких клеток 3 штуки. Плоидность клетки синергиды тоже N. Они находятся рядом с яйцеклеткой, ну и считается, что обеспечивает их питательными веществами. Так, скажите, здесь есть еще какие-нибудь вопросы? Вот в плане чередования поколений. Я вам так скажу, вот вы молодцы, что вы пришли на занятия, и я вырвался с дня рождения, провел его, сейчас пойду обратно. Мы уже полчаса его, я вам тут что-то рассказываю. Так, не моего дня рождения, мое завтра, если что. Я пришлю вам тест. Если вам даже сейчас все понятно, вы решите этот тест, и окажется, что есть какие-то пробелы, которые вот вам непонятны. В этом и есть сила.
Давайте я немножечко себя прорекламирую. Вот люди уже поняли, что все подходит к финалу, начинают расходиться. Давайте я вот на ноутбуке камеру включу, она не очень красивая, чтобы вам меня было видно. Порекомендую пока на данный момент ко мне приходить на занятия, в общем. И недавно разговаривал с человеком и наткнулся на такой момент. Вот, может, тоже поделитесь, у кого была такая вот тема, что вы ходите на факультатив или к репетитору на занятия, и вы проходите тему за темой, и у вас остались пробелы по какому-то вопросу, а вы уже начали новую тему и двигаетесь дальше. То есть при том пробелы, которые вот вы конкретно понимаете, что вот это у вас пробел, и вы двигаетесь дальше. Не, ну бывают такие темы, когда нужно двигаться дальше, что нужно слазить с мертвой лошади, там, допустим. Но особенно это касается факультативов, когда вы понимаете, что вы ходили на них долго-долго, тратили на это кучу времени, а выхлоп оказался маленький из-за того, что вы не разобрали все, что вам было понятно. Суть теста, который я вам скидываю. Женя пишет «было», Илона пишет, что «было». Суть теста, который я вам скидываю и объясняю, почему важно решать тест, почему даже скорость замеряем, с какой скоростью вы тесты решаете, баллы набираете. Это очень сильно коррелирует с вашим результатом. Когда вы решаете тест, мы находим, что вам непонятно. Вот из этого вот всего, что я вам объяснил, мы найдем, что конкретно вы еще не поняли. И я вам это, да, объясню, мы это еще какие-то схемки порисуем, запомним, разберем, все будет на 100% понятно, это будет видно, как это будет видно. Вы решаете тест, там ошибок никаких нет. Вот так оно и видно. Вот. Костя пишет, у меня пару раз было с факультативом по биологии. Ну, вот выполняет. Ну, Костя такой. Когда у вас, кстати, олимпиады? У Кости область по химии, есть ребята, у кого область по биологии. Напишите даты. Когда у вас? Во вторник? Так и думал. Ну, я желаю вам успехов. Желаю победить. У вас все получилось. Вторник, пятница. Чего так много? Пятницу награждать только будут. Так, и еще раз, ключевой момент. Когда вы приходите ко мне заниматься, мы доводим каждый вопрос до результата. То есть не останется тем, которая, ну, скажем, вы еще не допоняли, и идем дальше. Такое может произойти только в одном случае, если вы ленитесь решать тесты. Ну, короче, вы вот сидите над ними, вот его уже нужно было решить вчера, а вы вот ничего не делаете, и ну, проходит время, там, не буду говорить года, дни проходят, и ничего не меняется. Вы тест сегодня, завтра, послезавтра ничего не решили, ничего не произошло, все понятно. Ну, как бы, это единственная, в общем, ситуация, когда можно потерять время, и уже идет, вы что-то не поняли, а, допустим, а идет следующее занятие. Хотя обычно эти люди говорят, что вот пока все понятно. Вам все понятно до тех пор, пока вы тест не решите. Поэтому тест обязательно нужно решить. Вы посмотрите, что непонятно. Где-то можно будет просто пересмотреть запись, и вам станет понятно. Где-то можно сделать это для тех, кто в чатиках находится. Это лайфхак. Вы находите что-то для вас непонятное. Делаете скриншот и присылаете в чатик. И я вам помогу с этим разобраться. Ну, просто голосовым сообщением. Вторник – теория, среда – практика, четверг – апелляция, пятница – что? А, в пятницу – награждение. Апелляцию и награждение, ну, прикольно. Прикольно. В общем, желаю вам хорошо там всех победить на Олимпиадах, желаю. И отдохнуть заодно желаю на Олимпиадах.
надо вам что-нибудь еще интересного рассказать. И поеду шашлыки есть. Они диплоидные. То есть плоидность макроспоры и микроспоры, они диплоидные. Это та клетка, которая вступает в деление, то есть с которой начинается образование непосредственно вот этого гаметофита. То есть если мы берем вот все-все-все растение, все растение имеет диплоидный набор хромосом. В этом растении есть макроспора, она тоже еще диплоидная. Из этой макроспоры разовьется зародышевый мешок, который называется гаметофитом. Вот. То есть та клетка, из которой будет развиваться зародышевый мешок, та диплоидная клетка, она и будет макроспорой. Отдохнуть на Олимпиадах сильно не отдохнешь. Блин, а я вот вспоминаю свои Олимпиады. Это было как-то... Ну, отдыхали мы. Не знаю. Не знаю. Я когда приезжал, я ничего не повторял к Олимпиаде. В день перед Олимпиадой. Там, все, я вот просто туда приезжал. И хей-ла-ла-лей. Потом... Награждение, первый диплом, и так каждый раз. Рекомендую, очень классно там. Мы в кинотеатр ходили, по кафешкам ходили, собирались, что-то там в мафию играли. Вот это вот я помню, это было. Ну, некоторые учили, да. Короче, это не стопроцентная рекомендация, это чисто у меня прокатило. Как у вас, не знаю. Так, что вам еще интересного тут рассказать? Размножение сосны. В общем, ждет вас ботаника впереди. Придется вам ее полюбить. Кто-то не любит, кто-то полюбит. Зоологию я не очень люблю, но некоторые люди мне написали, что полюбили зоологию, как я ее рассказал. Ну, отлично. Ботаника мне больше нравится, значит... Я надеюсь, вас не будет тошнить от ботаники, когда я вам ее буду рассказывать. Ну, все будет в таком формате максимально простом с точки зрения, чтобы вас... Самое главное, чтобы вас не начало тошнить от ботаники. Потом, как начнутся такие таблички, вы скажете «Буа!». То есть есть много всяких разных деталек. Если посмотреть в учебник, то там очень много спорных вопросов возникает. Филоген – это образовательная ткань или покровная ткань? То есть, ну, мы с этими вопросами разберемся. То есть, филоген – это все-таки образовательная или покровная ткань? Вот. Все мы вспомним. Опять же, будет отсылка к видоизменениям корней, побегов и всего остального. Гомологичные органы. Аналогичные органы. Ну, короче, все будет очень легко, просто вот видоизменения побегов тоже вспомним. Это будет повторение с какой-то стороны экологии, с эволюцией. Но одна неделька у нас будет еще на то, чтобы дожать экологию с эволюцией до 90 и выше. Вот. Прям немножечко листаю презентацию, то, что мы будем проходить, о чем мы будем обсуждать. Соцветия, видите, и плоды. Будем рисовать, писать, что-то там. Все просто. Видите, за пару слайдиков мы все пройдем. Основной слайдик это вот этот. Еще раз. У всех этих товарищей есть спорофиты и гаметофиты. Споровые растения – это те растения, которые не имеют семени. Семенные растения – это те, которые имеют семя. Ну, такая вот разница. Подробнее поговорим, чем отличается заросток, допустим, плавна и хвоща и папоротника. Допустим, у заростка плавна есть своя фишка. Он не сразу прорастает, а ему на это требуется там около 15 лет. Сама спора плавна лежит в земле, просто лежит, может лежать 7-8 лет, потом она прорастает и живет еще 7-8 лет,
симбиозе с грибами. Вот если вы видите, что какая-то бесцветная, если вы видите, что чей-то речь идет про чей-то гаметофит, что этот гаметофит бесцветный и живет в симбиозе с грибами 7-8 лет, знаете, что это идет речь про гаметофит вот этого вот плана. План, вот это спорофит, а его гаметофит бесцветный. Вот, да, Костя, плавно на чиле, не спешит, кайфует, надо пожить для себя, с грибами тусуются 7-8 лет. Вот все такое. А гаметофит папоротника в виде сердечка, он зелененький, может фотосинтезировать. Ну, такой вот. Мы будем разбирать много таких фишек, деталек. Особенно вы будете замечать такие фишки и детальки по тестам. Окажется, что все очень-очень легко и просто. Мы опять же постараемся ботанику выучить за 2 недели. И еще за 2 недели мы ее подтянем. То есть я сразу говорю, никаких 4 недель. За 2 недели стараемся выйти на 90-100. Мы уже заметили, что у многих получается это сделать, выйти на 90-100. Потом еще 1 неделя на то, чтобы доучить. И еще на неделя на то, чтобы доучить. А там с середины марта месяца у нас будут только спринты. То есть каждый раздел, таких разделов 6, 2 недели на каждый раздел, чтобы, ну, как будет, неделя, чтобы вытянуть на 90-100, еще неделя, чтобы доучить. Там будут еще 4-часовые занятия в промежутке. Кому, кто на нуле, кому это вообще супер-пупер будет необходимо, добро пожаловать. В общем, создаю все условия, чтобы каждый из вас вот стабильно ЦТ написал на 90-100. То есть это моя задача сделать так, чтобы каждый из вас ЦТ написал на 90-100. Ботаника, она маленькая. Ну, что тут нужно? Нужно заставить, чтобы я заставил вас пару раз нарисовать циклы развития. Ну, один. Потом пару раз заставлю вас нарисовать что там, ткани. Напишите, все запомните. Это не пугайтесь, это просто для примера здесь идет. Пояснения, какие они бывают, там, и так далее. Там быстро все пройдем. Запомнить видоизменения корней стебля, строение стебля, чтобы вы все понимали и могли сами нарисовать строение корня, стебля. Это все тоже там делается очень быстро. Одно занятие, хоп-хоп, вы уже все умеете рисовать. За 2 недели на 90-100 ботанику вытянуть даже с нуля можно, если вы стараетесь, если вы тесты решаете, все это закрепляете. Поэтому добро пожаловать. Места есть. 31 января будет проходить подорожание. Ну, для многих цена без разницы, поэтому что там, какая разница, 75 или 95. В принципе, и то дешево нынче для 4 недель обучения. Поэтому жду. Жду у себя. Вопросы есть. Если пока нет, пришлю ссылочку на тесты. Вы тестики... Нет, подорожание только для тех, кто присоединится потом, после 31 января. То есть, если вы до 31 января присоединитесь на курсы ко мне, то у вас будет до конца года 75 рублей за 4 недели. Такая вот штука. Вот. Может, и какие-то вопросы еще остались? Вопрос, а все ли успеем пройти? Вот у нас меньше минуты, и мы, короче, заканчиваем занятие. Пишите вопросики, и я вам в Телеграме или Вайбере, вот в такое видеоокошко, на все эти вопросики отвечу. Хорошо? То есть, успею ли я все пройти? А как я, а как кто, все. Мы с каждым из вас все равно стратегию достижения результата обсудим индивидуально. Где найти ссылку на телегу? Я ссылку на телегу скину, значит, везде скину ссылку на телегу. Окей? Вот. Вы ее можете...